Добрый день. Представляю вашему вниманию новое изделие, а именно это новая плата для PR200, а точнее одна из ее прошивок данное изделие. Данная прошивка предназначена для отправки СМС с PR200. В данном случае прошивка сделана на 8 СМС-ок. То есть это означает, что может быть 8 разных текстов, 8 разных номеров, на которые отправляются данные сообщения. Могут быть одинаковые, как задать. Вот на общей странице мы задаем имя сети, пароль, и таким образом мы подключаемся к роутеру и через него осуществляем выход в интернет. Также задается здесь в поле IP, ID. Это значит, здесь смс-ки отправляются через сайт sms.ru, где вы получаете, зарегистрировавшись, идентификационный номер ID и его затем в браузере. То есть все настройки идут через браузер. Вот главная страница, где мы все задаем общие настройки сети. Естественно, что данный модуль Wi-Fi работает в двух режимах. Он как и точка доступа, и как клиент. То есть АП и СТА работают одновременно. Поэтому на веб-страницу можно зайти как из точки доступа, набрав там 100, или зайти как клиент через роутер, что я и сделал в этом случае. Дальше смотрим. Настройки идут смс. Что они себя представляют? Здесь все запаролено. Задаем мы пароль. И теперь мы... Сейчас мы зайдем. И там мы увидим. Сейчас немножко подождем. Вот страница. И таких 8 страниц. Здесь... Нет, чтоб я еще... А, нет, нет, не зашли мы. Стоп, обновлю. Страничка, вот она, обновил. Здесь нет автообновления, поэтому обновляем. Вот мы задаем телефон, задаем, куда мы хотим отправить смс-ку. И вот текст. Но единственное, что вместо пробела ставятся плюсики. И есть крыжечек, говорит о том, что мы хотим отправить регистр, содержимое регистра. То есть это может быть и температура, любое значение. Сохранить, перезапустить. Все. И таким вот образом будет отправляться, и дальше мы делаем все настройки. Теперь мы взяли через преобразователь интерфейсов, а именно UART в USB, подсоединили к смартфону, и теперь мы задаем какие-то параметры. Ну, здесь мы это имитируем, задаем значение регистров. Например, там 55, готово. А вот здесь мы задаем номер канала, куда мы хотим отправить СМС-ки. На первую СМС-ку мы хотим, на первое устройство. Задать. И сейчас должно прийти. Вот он. Пришла СМС-ка на данный телефон. И так можно на любой телефон, задав эти значения, прописав их в браузере, можно отправлять СМС-очки. Ну, естественно, наличие интернета обязательно. Вот такая прошивка готовится, отлаживается. Если будет спрос, то можно сделать какую-то опытную партию. Поэтому отпишитесь. Если нужно, то я запущу опытную партию таких модулей, которые способны будут отправлять смс-ки. Ну, в данном случае 8 штук. Можно сделать и больше, это не принципиально. Но сделано на 8 смс-ок. На этом все. Спасибо. Удачи.